13 июля будут делать мне операцию, будут вытаскивать камни. Пожелайте мне удачи. Привет, друзья! Владелец купил эту машину для себя. На фото машина выглядит ужасно. Но когда машина прибыла к владельцу, я осмотрел ее. Все оказалось не так страшно. Я должен заменить детали и подшаманить заднее крыло. Итак, владелец заменил подвеску, и машина уже у меня в мастерской. Ну что, начинаю ремонт. Разборка. Итак, поврежденная сторона разобрана. Ремонт начну с заднего крыла. Деталь сделана из алюминия. Я приварю на поврежденное место куски из алюминия и буду вытягивать. Поврежденные места на алюминии надо греть, иначе они сломаются.
Итак, работа с металлом на заднем крыле сделана. Теперь я ставлю переднюю дверь, переднее крыло и заменю телевизор. На этом пока все. Машина уезжает на покраску. Итак, машина вернулась с покрасочного цеха. Собираю ее.
Ремонт этой Теслы закончил. На этот ремонт ушло 40 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!